Почему же, как будто бы мы крещены, как будто бы мы помазаны миром, как будто мы приобщены к Церкви Христовой, а мы видим, сколько болезней в этом мире, сколько неправды в этом мире, сколько страданий в этом мире. А почему, возлюбленные братья и сестры, за наши грехи? Не Невея покаялась или нет? Покаялась. Послушал на пророка Иону? Послушали. Хотел он идти в Невею? Нет. Он знал, что Господь милостив, что он простит, и не хотел. Но Господь своим великим милосердием все же дал, открыл ему дорогу. Честь чего? Кашалота. Кашалота, который поглотил его и выбросил в то назначенное место, куда Господь ему приказал идти. Покаялся этот народ, братья и сестры. Вот и мы. Если покаемся, то все живы будем. Опечалился Иона, когда его кустик этот завял, червь подъел. Червь – это грех наш. Когда подъедает наш грех, мы увядаем тогда. Вот червь подъел, а он был лысенький. И видите, солнышко пекло там сильно в Ниневии, и он опечалился. И спрашивает Господь его, ну что ты так опечалился? Да Господи, ты мой вот этот лопух-то, он завял. Ты печалишься о лопухе, а люди, которые сотни детей, тысячи, которые не умеют отлучить правой руки от левой, ты не болезнуешь за них. И он раскаялся. И мы и пасхальных песнопением вспоминаем Иону. И всегда на каждом каноне мы вспоминаем его. Почему? Потому что он сделал великое дело Божье. Так и мы должны не только раскаяться, не только принесите плод, как Господь, принесите плод достойный покаяния, а то уже и секира при корени лежит. Вот, возлюбленные, мы должны всегда задуматься об этом, что Господь правдив, но и милостив, долготерпелив и многомилостив. Посмотрим, как же мы должны не только соблюдать пост, но и вести себя. Бог возлюбил мир, не только некоторых, а весь мир, и этот мир, и мы. Печать смерти и жертвы Христа лежит на всех нас без исключения, ибо у Бога нет лицеприятия. И это наше единение и общее право. Христос умер, чтобы сделать нас участниками своего царства и славы. Он поделился с нами и отцом своим, сказав, к отцу моему и отцу вашему. И этим призывом к отцу он открыл доступ и путь к нему. Пост и молитва, тесно связанные между собою, как бы дополняющие друг друга, помогают нам, поддерживают нас на этом пути. Глубоки наши раны, упорны наши нравственные недуги, неотступны наши искушения. Будем упорны мы в постоянной борьбе с тем родом, который изгоняется постом, только молитвой и послушанием. Вот, возлюбленные, вот это самое основное, что часто мы забываем, не хотим, потому что привыкли к хорошей пище, вкусной пище, а посту нам все что-то не нравится.
А подумаешь, сколько людей в мире всем голодают. Может, хотели бы корочку хлеба, а его нет. Поэтому будем благодарны Господу за все, что Он нам посылает. А Он нам посылает великие дары, а благодарственные дары, чтоб мы жили в мире и святости друг с другом. Что же еще, возлюбленные братья и сестры, нам сегодня сказать? В чем покаяться мы должны? Есть нам в чем каяться, братья? И мы должны каяться и просить, как просил Давид, пророк, как он молился, как он оплатил грех. Помните, когда он военачальника послал, его убили, а он соединился с его женой. Версавия, да. Хорошо помнит. Вот Леша помнит. Да, это хорошо, что мы помним. Все помнят или нет? Да. А как военачальника звали? Урия. Ну и тоже молодцы. Это хорошо. А ты еще не знаешь или нет? Не знаю, ты мало, еще мало грешишь. Да. Будем каяться, что мы много-много согрешаем. И празднословием, и сквернословием. Вот мне сегодня пришли и жаловались родители, что батюшка, мать, убрать мальчика. Там такие скандалисты в школе ругаются и матерятся. Перевести, может, в другую школу. Ну, потерпите еще. Вот видите, какие школы. Вчера я вам рассказывал о немецких школах, где проповедуется разврат уже с первого класса. Родители 9 человек детей. И девочка от стыда сбежала с этого урока, и родители посадили в тюрьму на 21 день. Так как мать кормит грудного ребенка, ее пока еще посадили. А может, ее и тоже после кормления груди ее посадят. Вот видите, как? Какие законы стали писать. А мы разве на школах учили этого никогда? Мы и не знали, что такое. Да и не спрашивали. Вырастет человек, он все узнает потом. А на худые дела уже с детства человек уже способен. Многие родители уже жалуются мне, что дети грешат. А почему они грешат? Потому что они не видят нашего доброго примера. Если мы будем вести добрую жизнь, то и дети наши будут добрые. От доброго семя и добрый плод. Поэтому будем всегда стараться жить по-божьему. Не сквернословить, потому что за каждое праздное слово остерегут человеки, будет воздух день судный. А ложь, мир во лжи лежит. Вы помните эти слова? А мы их сейчас и видим. Мы видим, как наше государство защищает, а его поносят. Оно несет добро, где война, люди собирают и копейку, и все, чтобы люди не голодали там, а их поносят. А сделали бы они сами-то добрые-то дела, кто поносит Россию-то? Не хотят. Вот пусть Россия помогает всем. А мы будем в сторонке, а будем ее ругать нам, что она очень плохая, а мы очень хорошие. И вот я помню, когда Америка называла Россию корнем зла. Империя зла. Империя зла. Империя зла. Ну, я корнем сказал, корнем зла. А теперь оказывается, империя зла Америка, которая бомбит Сирию, которая посылает самолеты на людей, на детей, несмотря ни на возраст, ни на что. Вот мы видим примеры. А Сербию? Сербия, да. Что разделили? А Косово? И все. Виноваты опять русские, что кому-то Россия там мешалась. Россия не вмешивается в чужие дела. А свое, как сказано, держит. Вот так.
осуждение и клевета. Вот в этом, наверное, все мы грешны. И осуждение, особенно женщины, когда соберутся двое трое, место почитать Божественное Евангелие или Жития Святых, а мы начинаем по косточкам перебирать что? Близких своих родных. Объедение и пьянство. Вот скажите, батюшка, мы не объедаемся. Это верно. У нас нет особенно таких. Это хорошо. Старайтесь всегда, как говорит святитель Митрофаний, мало ешь, мало пей, здраво будешь. Вот здоровье сохраняйте этим методом. Да. А леность хорошо или плохо? Ну, а что они скажут, что лень? Гони за дверь и крепко запирай за ней дверь, чтобы не вошла. Вот, чтобы она не вошла и не поселилась снова. Правильно. А воровство хорошо или плохо? Поэтому никогда и дети без решения родителей ничего не брать, даже конфетку. Помните, как я вам рассказывал, как папа принес сливы и сказал, что это я вечером вам раздам, а когда посчитал, одной сливы не досталось. То что? Маленький сказал. Мальчик, ты что сказал? Забыла. Бахнул да. Еще косточку. Папа говорит, что вот все, ничего, но вот, кто съел, это может плохо быть с желудочком. А мальчик кричит, папочка, я за окно косточку-то выбросил. Ой, слава Богу. Вот так и мы грехи за окно должны выбрасывать и крепко окошечко закрывать. Да, леность, воровство, сребролюбие и скупость. Часто, особенно старые, мы все хотим. На старость. А как Псковская станица сказала? У гроба карманов нет. Вот, слышите, у гроба карманов нет. Сребролюбие. Взяточничество лечит. Наш президент всегда против того, чтобы наши начальники, наши градоначальники и другие не брали взятки. Но все же продолжается это еще. Неправда и тщеславие. Живем неправильно, отчисляемся. Вот я сделал то-то, что-то, на храм пожертвовал то-то, то-то, помог тому, тому-то, в больницу сходил к тому, к тому. А Господь говорит, если что сделала правая рука, пусть не знает левая. И левая, пусть не знает, что правая сделала. То есть добро делайте без огласки. А зависть хорошо или правда? Плохо. Зависть, как ржавчина, она разъедает даже металл. Поэтому всегда будьте довольны тем, что посылает Господь. Гордость мать всех пороков. Поэтому Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гневайтесь, но не согрешайте. Злопамятство кайтесь, братья, когда мы уже грехи помним, а свои забываем. Разбойничество. Когда матеря убивают во чреве, детей тоже разбойничество. Отцы разрешают на это дело, тоже они участвуют в этом грехе. Призывание демонов к экстрасенсам, гадалкам, к ворожаям, к колдунам. Обращаются люди когда? Тоже грех. Если кто обращался, кайтесь, братья и сестры. Блуд, прелюбодеяние, содомские грехи. Это все повинны в этих грехах, потому что мы, если не делом, то словом, не словом, то помыслами согрешаем этими грехами. Немилосердие и жестокость к людям и животным. Кайтесь, братья. Господь и Бог наш Иисус Христос, благодать и чудовищ полюбил, да простит вам чада ваше согрешение, и аж недостойный протерей властью неданную, прощаю и разрешаю грехов ваших во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Скую шаташася языцы, и люди поучишася четны, предсташа цари земсти, и князи собрались.
собравшись в кучу.